МВД собирается реформировать патрульно-постовую службу. Подразделения, которые сейчас считаются малочисленными, значительно укрупнят. Вдобавок планируется изменить и штатное построение ППС. В будущем для таких сотрудников введут ряд дополнительных офицерских должностей. Белпочта проводит национальный этап международного конкурса сочинений. Необходимо написать письмо любому влиятельному лицу и объяснить, как действовать в связи с климатическим кризисом. Принять участие могут школьники от 9 до 15. Работы принимаются до 20 марта, итоги подведут в мае. К заявке разрешается добавить рисунок. Объем не должен превышать 800 слов. В Могилевской области на референдум аккредитовано не меньше 2200 наблюдателей. Больше всего делегировано от Федерации профсоюзов, а также от Белоруссии, БРСМ и ветеранов. Планируется, что представители от СНГ также будут следить за ходом голосования. Досрочное, напомним, начнется 22 февраля. Основное пройдет 27 числа. В Бобруйске минчанин, выполняя подсобные работы в частном доме, украл у хозяина планшет и мобильный телефон. После скрылся. Ранее в состоянии алкогольного опьянения нарушитель несколько раз звонил по номеру 102 и сообщал об опасности для жизни людей, о готовящемся убийстве и взрыве поселка Титовка. Информация не подтвердилась. Жителя столицы задержали. Возбуждено уголовное дело. В Бобруйске проходит День трезвости. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и профилактику пьянства. Во время проведения продажи алкогольных напитков ограничено до 24 часов. Исключение – розничная торговля в объектах общественного питания в Розлив.